Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за нового лидера Японии, Японской империи Токугаву в Sid Meier's Civilization 6 на уровне сложности божество, то бишь на самом последнем. Подробности этой партии в первой серии, переходите к ней, ссылка в описании в прикрепленном комментарии на плейлист всего этого прохождения. А мы тут продолжим, выключу свою взъерошенную пысу, чтобы вы не отвлекались. И давайте смотреть, у нас тут флотилия миссионеров отправляется. Ну, в общем-то, необращенные города, вот цивилизации, в которых нету религии, я думаю, достаточно будет миссионерами обращать. А вот потом с Вавилоном и второй Японией, Подзи Такимуна, мы уже будем разбираться апостолами. Но пока миссионеры, я думаю, что надо еще больше, просто ну, городов много. Плюс это нам науку будет давать. Хотя что-то я очень сомневаюсь, что я смогу Вавилон догнать. Так, он улетел наконец-то. Я говорю, наконец-то, типа, мы играли, ставили Вавилон, была одна партия, где Вавилон офигительно просто куда-то улетел. Так, наверное, давайте гавань поставим. Просто хочу сейчас вырубить камень, собрать. Сразу пошло производство на гавань. Тут ромашку продал. Тут точно надо будет где-то театралочки поставить. Ну, давайте, пожалуй... Лесопилки. Так, тут ждем возвращения Лян. Еще один ход. Она будет нейтрализована. Черепашка в четвертом радиусе. Она, конечно, может присоединиться, но еще очень не скоро. Явно. Так, пожалуй. Пожалуй, надо вот тут железо обработать. Так, ходов еще очень много у нас в этой эпохе. Думаю, в золотой век мы точно выйдем. Первое в мире кругосветное путешествие. Все-таки смог выполнить. Вот у них более-менее, ну, нормальные формы континента. А вот у нас что тут такое создалось? Непонятненькое. О, сейчас мы конфуцианство. Так, мы экономику ускорили? Нет, не ускорили. Надо что-то другое открывать. И две верфи мы до сих пор не построили. А вот уничтожить врага при помощи рыцаря. Так, селитровая шахта. У нас с помощью селитры в принципе нету. Да. Ну, я бы, наверное, все-таки канализацию открывал и потихоньку в химию. Вот два района пригорода мы тоже не скоро построим, так что давайте лучше Нагоя нам поможет. О! Это священный город был? Вау. Прикол. Ну все, мы уже в золотом веке. А ходов еще немерено. Мы, конечно, что-то понабираем. Так. Может, какой-нибудь район? Промышленная зона. Есть на +3.
Может, дипломатический квартал лучше здесь поставить? Посол за нахождение рядом с центром города. Уровень вражеских шпионов, работающих в этом и смежных районах, снижается на 2. Блин, его, конечно, в столице лучше, где у меня постоянно... Промышленную зону я бы здесь поставил. Потом. Давайте дипломатический квартал. Не знаю, мне вот он именно нравится. Вот сюда 2 хода до района. Не знаю, как монумент как-то все-таки бессмысленно здесь. Я думаю, тут одну клетку осталось присоединить. Возможно, так что продолжу строителей просто делать. Не хочу ни гранты исследовательские. Есть куда, чем строителям заняться. Может, верфь все-таки здесь построю? А, вон я строю вторую верфь. Так, все, тогда библиотеку. Пиопитахи открыли. Ну, это, кстати, очень крутое чудо. Так, а где оно? А, нет, я с кем-то другим перепутал, по-моему. Какой-то другой. Пойтите, по-моему, я перепутал. Пойтите, крутое чудо. А не пойтите или вам в пойтите? Так, давайте на автомат поставим каравеллу эту. Это, наверное, этим пророком, нет, какой-то апостолом, поисследую территорию Японии. Со всеми хреновые отношения, кроме Кира. Интересно, выйдет кризис на Нагою еще? Improvement makes straight roads, but the crooked roads without improvement are roads of genius. Я думаю, поставить ли мне карточку на строителей. С другой стороны, тут всего 18 науки. Я бы вот вместо натурфилософии на строителей поставил. Так, Сидзуока. Ну, можно, наверное, обратить. Попробовать, в всяком случае. Два заряда, возможно, мне хватит. Нет, наверное, не хватит. Наверное, не хватит. Не, ладно, давайте пока исследовать. И уже обращать, когда много послов, апостолов. Так, Лян в столицу возвращаем. Ну и... Дайте мне Пингалу пока, не буду еще Амани брать. Пингалу на ценителя. Культура капала. Так. Я думаю, тут надо все леса вырубать. Как и здесь тоже. Я бы тут подождал один ход, когда район начнем строить. Так что этими просто подождем. Так, наверное, следующим ходом попробуем по Саргаде
Обращать. Скажите еще раз, а у кого был этот пантеон на пустыню? Я так понимаю... Во, легенды пустыни у Кира был. Он зачем-то взял легенды пустыни и ни одного священного места там не поставил. Какой-то прикол. Зачем тогда компьютер это брал? Потому что у него столица вот здесь... Вот как он так посчитал, что ему нужно легенды пустыни брать? То есть, конечно, есть пустыня, но, блин. Ай, пускай тоже на автомате плавает. Я уже все, что я хотел, важное, я открыл. Пятнадцать населения надо. Блин, а вот тут жилья не хватает. Ну, акведук жалко ставить. Тут вот жилье нам надо, чтобы Такасаки росло. Тем более, что нам 15 жителей надо для того, чтобы карточки начали работать еще сильнее. Так, тут мы откладываем производство на следующий ход. Так, слушайте, вот Болонию можно засоюзить. Это выполнить какое-то задание. Положить торговый путь, создать заповедник. Но остальных пока нет. Пока нет. Хаммурапи заключил мир с Киром. Ну, может начнутся... Начнут улучшаться отношения. Потому что, я думаю, вот с Вавилоном и с теми своей, потому что я с Киром в дружбе, в союзе. Так, с другой стороны, жалко, что Вавилон не воюет. А кто там, кто-то еще воевал? Надир Шах с Сулейманом Кануни. Подождите. А где, собственно, Сулейман Кануни? Вот он, красный. А Надир Шах, они, у них тут есть границы, интересно? Они просто, или просто они в войне? Возможно, мне нужно было больше городов, хотя и так выглядит неплохо все. Так, куда дальше? В урбанизацию. Все-таки пригороды нужны, это вот как раз жилье. Ладно, пошли в урбанизацию. Население, город с населением 15, я вообще как-нибудь смогу сделать? Похоже на то, что нет. Ой, там идет нападение на меня. Так, тут надо будет отступить, наверное, апостолом. Его терять не хочется. Количество людей, населяющих вашу империю, воистину производит впечатление. Спасибо. Так, это мы ускорили экономику. За счет чего, кстати? Что ускоряет экономику? Два банка. Угу. Две банки. Не знаю, пускай, наверное, тут появляется ГГшка. Я думаю, что нам надо на воду спуститься, потому что на воде они не дерутся между собой. Ну и тут я бы театралочку.
делал. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Ладно, давайте этого тоже на автомат поставим. Так, тут надо Ахен, наверное, первым делом пытаться. Все-таки столица и крупный город. Так, а вот тут пасаргады. 6 последователей конфуцианства сразу, нормально. Блин, а тут сразу как-то останавливается. Да, тут потому что, видите, 10 пантеона. Это мне надо перевалить 1009 влияния. То есть следующим ходом мы только одного, наверное, получим. Но он станет доминирующей религией тогда в городе. 9 из 18 или не станет. Наверное, можно потихоньку уже обращать. Блин. Я ожидал, что ходы закончатся. В Токио универ. Тори Добилен, но это для международных торговых путей. Я же чисто через внутренние играю. Мон-Сен-Мишель мученик. Ну, такое. Нафига нам мученик? Реликвии мне не особо нужны здесь. Атакуин построить. Я бы лучше эту клетку с пустыней, собственно, Такасаки отдал. Вот так. Похоже. Так, строителей еще можно, да? Ладно, давайте еще одного строителя. Да, водяную мельницу тут надо. Такие две пшеницы есть. На рост. Так, какие-нибудь продажи, покупки. Редкие ресурсы никто не продает. Стратегические лошади никому не нужны. Железо никому не нужно. Уголь никому не нужно. Ну, потому что у меня со всеми плохие отношения. Скорее всего, поэтому они не хотят со мной иметь дело. Так, здесь можно район какой-нибудь поставить. Кампус есть, гавань есть, промышленная есть. Священное место. Плюс 2. Наверное, строителя надо вырубить. Уже еще строителя сделаем. Надо вообще пометить, а то я забуду, что тут район я хотел. Так, ускорили паровой двигатель. И я бы его открыл. Ради железной дороги. Кстати, все-таки военный лагерь надо еще где-то сделать. Значит, у нас без инженеров.
Ну что, читаем проектики дальше. Какие-нибудь великие люди мне тут интересны. Но этого мы вроде и сами забираем. Инженер так себе. Да, вот Альберт Эйнштейн ничего такой. Давайте исследовательские гранты. Я вот просто думаю, надо ли мне сейчас еще покупать миссионеров. У меня такое ощущение, что вот этих все-таки хватит, которые тут толпой. Ну, хватит вот этих всех обратить. Блин, как же мне такасаки до 15 вырастить? А, не будет преобладающей религии. А вот сейчас становится. Так. 241 наука просто. За обращение. Да как, сколько науки у меня вход? Блин, куда ты высадился? Нет. Черт. Ну и для ромашки в Токио еще останется здесь театралку, видимо, поставить. И вообще огонек будет. Что-то меня все осуждают. Ну там именно из-за претензий очень много. Да вы достали. Ну, давайте поможем. Я думаю, там все проголосуют за то, что мы... Я думал, кстати, что это японец Кризис. За то, что я его ногою обратил. А это нет. Пингалу убрали. Пак. У меня так шпионы по моим губерам работают. Обидненько. Слишком здорово у них это получается. Ну, в Такасаки самый нормальный. Ферму сделаю, чтобы... Хоть тут и холм. Сделаю ферму, чтобы влияло на фермы вокруг. С одним зарядом оставляю и исследую дальше территорию.
Так, археологический, по-моему, у меня тут есть. Археологов я еще не открыл, да? Ну, мне точно урбанизация более важна. Кстати, а здесь я могу попробовать... знаете что, давайте я попробую вот эти болота осушить и добавить сюда, и получится 15. Так, может, формальный повод для войны, но что-то вот как бы мне сыкотно кому-либо тут войну объявлять. Потому что миссионеров моих начнут коцать. Художественный, нет, археологический я поставил. Ну, просто я боюсь, что у меня не будет каких-то шедевров в художественной. С другой стороны, могу купить их. У меня со всеми хреновые отношения. Вообще, хоть кто-то продает шедевры. Их даже не продают. Ну, у меня плохие отношения просто. Литературное произведение только. Что нету смысла художественный музей, как мне кажется, ставить. Так. Чё дальше? Пошли в химию. Три юнита линейной пехоты, которыми даже не открыто. Нет, не будем ускорять стандартизацию. Проверка. Хаммурапи не строит космопорт. И в ракетостроении только он вышел, естественно. Так, а почему написано... Каким вот макаром Германия может обращаться в ислам? Просто объясните мне. Обращение через 98 ходов в ислам, которого осталось... А, Брюссель почему-то исламский, вау. А как он смог... Мне просто интересно, как... Турок вот этот... Тут же остался у него один год. То есть у него где-то плавал тупо один... апостол, ну или миссионер, и он доплыл до Брюсселя и решил туда обращение сделать. Очень странно. Согласитесь. Хм. Ну ладно, это мне тут ничего не меняет, в общем-то. Так, наверное, дальше Рей обращаем. Блин, 55 науки от религии. Просто четверть практически. Мы так верим, что... стали разбираться в тайнах природы. Так, этот... А, у моря пойдет, да. Рудник надо сделать. Один ход. Дождемся сейчас. Лян, наконец-то. Тика, Гамбурга даже больше, чем Ахен. Блин, тут такие горы. Вот как они воевали с Вавилоном? Потому что Вавилон не пройти.
Ну, короче, как всегда, как компьютер всегда воюет друг с дружкой. Объявили войну и все. И сидели там. Куковали. Кстати, я ж могу... Такасаки... Ну, сейчас вообще немножко бессмысленно тут. Я могу канализацию, но бессмысленно, потому что все равно не хватит жилья из-за того, что... Удален губернатор. О. Народу захотелось уголька. За шедевры. Хм. Интересно. Только японцу не хочется продавать. Там еще кто-то хотел. Давайте, наверное, возьмем. А почему сделать? Подождите. Ты же сам это предлагаешь. То есть оно... Все-таки не, это, они предлагают, но это как-то... Мод на быстрые сделки как-то странно работает, значит. Так, а вот здесь бы я опять купил рабочего. Слушайте, ну и деньги на поселенца есть. Может купить... Ну сюда я точно не буду ставить. Блин, хотя тут уже жалко как-то ставить. Здесь можно еще один. Рядом с кланом Тихого Лиса. А, накуплю поселенца. Все равно не могу торговать ни с кем. Никто мне не предлагает никаких ресов, чтобы на это тратить денежку. Так, еще сейчас науку получим. 160 науки, кайф. Очень мне нравится наличие феса. Один город-государство всю стратегию поменял на игру. Дерзость непочтительна. Главное, чтобы войну не объявляли. Осуждайте, осуждайте. В принципе, именно напрячь меня может, пожалуй, только турок, который сосед со мной. Но у него... 421 армия, то есть у меня даже больше армия все еще, чем у него. Так, наверное, фермы сначала поделаю. Так, и там будут варвары какие-то, да? Давай сначала вот так поплывем. И где моя каравелла какая-нибудь? Надо помощь. Сюда, под защиту. Наконец-то аквакультура. Так, ну посмотрим, как это относится к Такасаки. Возможно, 78 пищи. Да, отлично. Есть 15 жителей. То, что я и хотел. Ладно, пока, наверное, это болото не буду тогда осушать. Просто здесь фермы сделаем. И урбанизацию. Теперь, понимаете, вот, наверное, карточка... Вот эти... Ну, во-первых, мы ускорили урбанизацию... Тоже важно. А во-вторых, вот эти карточка типа совместной церкви и натур... Нет, не натурфилософии, рационализма больше будут давать. Вот здесь 50% плюс, если население города ниже 15, и бонус за соседство района не ниже плюс 4. То есть конкретно
Такасаке это работает и то. То есть я тут могу от зданий плюс 100% веры. А это будет 6, 9 плюс 18. Другое дело, надо ли ставить? Так, еще 201 наука. Кайф. Очень мне нравится, как конфуцианство по миру распространяется. Так, дальше пока исследуем. Надо открыть уже всю карту, чтобы понимать, кого обращать быстрее. Так, Ахен обращен, Гамбург. Следующий у нас на очереди. О, Шенгетти, блин. Шенгетти кучу веры дает. А, между... и внутренние тоже. Плюс одну веру за каждого последователя. Блин, Шенгетти надо союзить. Тем более, чтобы Хаммурапи... Блин, у тебя... У меня нет столько... Вот Амани куда можно отправить, кстати. Шенгетти. Следующим ходом я смогу ее отправить. Блин, может, все-таки больше миссионеров надо как-то. Все-таки мне какое-то ощущение, что не хватит. Хорошо, давайте еще миссионеров. Вообще, когда они начнут стоить как апостол, надо бы апостолов уже тогда покупать. Черт, я забыл про этого апостола. Это зря. И немец осуждает. Видите, в Сендае, например, ушло из-за этого конфуцианства. Пастбище плюс производство, пехотинцы, продуктовый рынок. Продуктовый рынок, у нас еще не открыты районы, где продуктовые рынки можно строить. Ладно, я уже уберу эти метки. Точно не буду здесь города ставить. Надо вот тут где-то в Волине высаживаться и туда дальше, если... Блин. Это тоже время зря не теряет. Но это хотя бы миссионеры, а не апостолы. С другой стороны, Компуктер тоже понимает, что ему надо миссионерами распространять там, а не апостолами. Бля, там торговца выкупили. Которого я хотел забрать. Ласкарина Бубулина. Меня, по-моему, в каждом прохождении Ласкарину Бубулину дают. Блин, тут из-за гор хрен пролезешь. Не знаю, как они там с Киром воевали.
Претензии от других игроков минус 23 дает. Минус 23. Ну вообще как-нибудь уменьшаться будет. Минус 13. Минус 25. То есть он до сих пор помнит, что мы разрушили один из его городов. Господи, это же давным-давно было. А почему не нравится, что мы обратили его города в свою религию? Если мы одной религией стали, наоборот, его должно быть это уже как-то радовать. Что за бред? Блин, пишет, что Сулейман Великолепный готов мне нефрит продать, но на самом деле нет. Странно. Да, надо как-то Шенгете союзить. Много-много веры даст. Начинаю снизу вот обращать. Сначала немца обратим. Опять же, напомню, что для победы не надо полностью обращать. Надо половину городов обратить. А обращаю самые крупные, чтобы больше за это науки получить. Так, ну, пожалуй, все еще ничего не меняю здесь. Хотя, можно строителей, наверное, убрать. Сейчас посмотрим. Может где-то купить строителя. Второй союз, наверное, второй уровень союза, наверное, не скоро. Не скоро. Так что нету смысла ждать, лучше лаборатории открыть. Так, Рэй обратили, Пасаргады обратили, следующий у нас по размеру Тушпа. Его давайте. Теперь, кстати, можно и канализацию построить. И Амани назначаем в Шенгетти. Кстати, а вот теперь можно поставить первый посол. Когда Амани прибудет, сколько она будет туда? 5 ходов. Да просто в Шенгетти надо, наверное, отправить. Давайте вот так. Давайте пока 3.
Так, Кёльн. Сколько городов у немца вообще? Хрена себе, какой-то... Это очень много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, один, все вижу. Значит, нам надо обратить, как вы понимаете, шесть городов. А у нас обращено только два пока. Ну, это смысл тут уже этими что-то исследовать, надо просто обращать Гамбург. Три. Ну, надо вот в центре. Это три. Галикарнас. Дортмунд. И Гейдельберг, видимо. А Шенгети, кстати, какое-то задание у него есть? Обращение в веру. Ну, с Шенгети тяжеловато будет. Один ход до 10-го жителя. И какой нам район строить? Театралку? Тут нету рядом, правда, никакого чуда. Ну ладно, отложу здесь тогда производство. В Отсул археологический. Наверное, давайте два хода. А, шпиона можно. Давайте шпиона здесь. Или в Аоморе лучше было. Не, ну тут район можно сделать. В Ауморе. Не, ну это место для Токио мы оставили. Может, кстати, знаете что, в Ауморе можно развлекательный этот аквапарк. Для аквапарка оставим место пока. Ну, тут где-нибудь вот сюда. Блин, варвары у кого-то поселенца захватили. Да, тут надо точно больше еще миссионеров. Все-таки давайте я, значит, продолжу покупать. Причем, наверное, даже уже не миссионеров, а апостолов. Стоит практически одинаково. Ну или здесь миссионеров, например. А здесь апостолов. И раз мы их покупаем, то надо и гуру заодно с ними одного отправить. Потому что апостолы для борьбы с даосистскими миссионерами будут терять свою теологическую силу, а гуру будут их вдохновлять. Новые районы построены этим игрокам. Ну, у меня, кстати, пользу меня там было, но, честно говоря, я не особо увидел пользы от этого захвата. Удваивает очки великих людей этого класса. Блин, хрен знает. Ну, я бы тут опять за себя проголосовал. Пускай три голоса. А вот тут удваивает очки...
Может, не начисляться пророка сделать? Там еще ж кто-то одну религию может основать. Зачем мне это лишнее? Ну, там, думаю, с великими людьми компьютер, скорее всего, перехватит повесточку. Так, что это культура? Опять я прошло. О, не начисляется великий пророк, отлично. Еще, кстати, кто-то голосовал, что, видите, почему-то очень много захотелось, чтобы не начислялся великого пророка. Видите, еще одна религия есть, возможность основать. Ну, зачем нам это? Поэтому, вот видите, Персия начала как раз на пророка читать. Так, ну вроде, наверное, смогу спокойно высадиться, потому что это не морской клан. Соответственно, блин, давайте захватим этого поселенца. Так, на что прокачка у апостолов? Проходя около чудо-бред на 3 раза больше. Да, видимо, это надо брать. А у этого? Ну, давайте дополнительное лечение. Хотя нет. Блин, это так себе. Конечно, прокачка тут. Ну ладно, 100 золота, ну, немножко бессмысленное, согласитесь. Двести науки плюс. Так, Гамбург, Ахен, Кёльн обращены. Следующий Галикарнас надо. Как вы понимаете, название не немецкое. Это явно был раньше город Перса. Отвалился по лояльности 100%. А не, не был захвачен. Тушь пообращена. Так, Пасаргады, Рей. Тушь, во сколько у Персии городов? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, то есть тоже 5 городов надо обратить. Я все их вижу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да. Значит, Парса, Пушкалавати. Так, давайте, наверное, этого мы сюда, в Парсу. Обращено, 107 науки. Так, а куда нам дальше идти? В радио. Ну что, какой район делать? Театралка всего лишь плюс один. Наверное, военный лагерь надо как раз в этом городе сделать. Где-то ж он должен быть. Так, что там? Ну, блин, забрали уже Эйнштейна. Не, ладно, лабы.
Потихоньку-потихоньку конфуцианство захватывает мир. И самое что интересное, дают кучу науки просто. И вход кучу науки, 68. Так, ну я, наверное, возьму все равно Ласкарину Бабулину. Хотя там могут быть... Ладно, давайте откажусь. Там могут быть флотоводцы на... Этот. На караваны. Что мне, например, интереснее. Так, ну и куда поведем этого поселенца? Ну я еще здесь могу, видите, поставить. Давайте, наверное, сюда реально. Заселим этот остров. Хотя вот этот остров как больше на Японию похож настоящую, да, чем где мы находимся. Есть конфуцианство. 4 города. Значит, Дортмунд и Гейдельберг. И Германия примет истинную веру. Так, ну тут Пушкалавати и Исфахан. Ну, в общем, тех миссионеров, которые у меня здесь есть, мне хватит только Германию и Перса, вот этого Кира, обратить. На Диршаха мне не хватает. Еще вопрос с этим турком. Кстати, а у этого сколько городов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. То есть мне пять городов, а надо обращено три. Нет, четыре. Я думаю, что вот эти как-то сами должны потихоньку. Даже, подожди, пять. Этот обращен должен быть. Да, видите, этот обращен. Ну и там автоматом еще будут, даже если новые города будут ставить, они будут автоматом в мою религию переходить, потому что влияние очень большое. Ислам уже в трех городах. Прикол при том, что не вот в этих городах его, да, а вот почему-то в Брюсселе. А какой третий, интересно, город? Он каким-то образом, каким-то апостолом побегал в глубине территории и обратил Брюссель. Так, маяк, это я могу караван, но я там новый город поставлю. И тогда караван буду строить. Священное место. Ну, кстати, можно вот тут на плюс 2. Так, Кир готов соль продавать. Кстати, она теперь счастье дает. Угу, то есть...
Так, за 350 купим. Разумное предложение. Я тебе в 10 раз больше дал. Он такой думает, вот лох. Объелся блох. Какие-то предложения дикие просто. Интересно, кстати, что у этого чувака, Сулеймана Великолепного, который не основал свою религию, у него 1500 этих веры. It's the industrial revolution and the growth of urban concentrations that led... Так, военная наука. Так, ну думаю, пригороды будем строить, но это уже явно в следующей серии. В следующей серии. Все это будем делать. Места у нас есть вроде для пригородов, да, плюс 5. Притягивает. Потрясающий будет, да? Нет, притягивающий. Вот потрясающий. Ну, кстати, да, скорее всего, тут, чтобы соседство еще для районов было. Буду ставить. Ладно, это в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Спонсоры канала уже могут ее поискать в плейлисте для всех остальных. Эта серия появится завтра. Играйте в умные игры. Слава Украине! Живи Беларусь! Всем пока! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.